Едь, дрифтер, едь, ты быстрее. Ах ты, давай, разворот. Фух, я его обманул. Едь. Ребята, за мной едет эта тачка какая-то с мороженым. Она везет мороженое и она хочет бабах сделать. Все, ребята, она меня взорвала. Один с короной у меня было здесь. Так, что мне тут попадет? Так, интересненько. Шарик выпал, и что там? А там ключ от какой-то тачки, ребята. Что за машина? Эпическая воздушная подушка. Ничего себе, ребята. Эпическая машина. У меня такой еще нету. Привет, ребятки! Вы на канале Cool Games, и сегодня мы играем в новую игру под названием Crash of Cars. Это такие бои машинок. Мы будем кататься по различным картам, собирать короны, и также у нас будут различные вооружения, различные пушки, будем бить своих соперников и все такое, ребятки. Давно я хотел в эту игру уже поиграть, да и вы меня еще просили, так что вот сегодня и начнем. У меня здесь уже, ребята, второй уровень, и давайте покажу, какие у меня есть в гараже здесь машинки. Так, вот эта вот машинка, смотрите, это гонщик, редкая тачка, редкая машинка. Потом, что-то у меня тут еще было где-то, подождите, тут все, много всего закрыто. Так, вот есть жук, обычная машинка, есть джип обычный. Так, выбрать можно случайно машинку. Еще у меня где-то был дрифтер какой-то. Дрифт-машинка какая-то, я не помню, где-то она у меня была где-то. Сейчас поищем, посмотрим. Вот, ребят, смотрите, дрифтер, редкая тоже тачка. Кстати, вот эту я ее и выберу. Она мне больше всего как-то нравится пока что. Кстати, она похожа на вот эту вот какую-то машину из будущего, там такая из фильма. Так, ладно, ребят, смотрите, что еще здесь. Есть такие у нас игровые автоматы, где можно выигрывать различные машинки. Есть простой, есть редкий автомат, есть эпический и легендарный. Вот, вот эти вот все, начиная с редкого до легендарного, здесь нужны, получается, эти вот кристаллики или как там, алмазики эти, чтобы выиграть что-то и чтобы вообще играть в него. А вот в простом автомате можно вот за деньжата. Вот у меня есть 100, давайте поиграем, что-нибудь выиграем, может. Так, что мне тут попадет? Так, интересненько. Шарик выпал, и что там? А там ключ от какой-то тачки, ребята! Что за машина? Подожди, может двигаться по воде? Эпическая воздушная подушка! Ничего себе, ребята! Эпическая машина! У меня такой еще нету. Ну-ка, и следующий у меня уровень. Ну-ка, что тут еще попадет? Воу, что это? Рейлган новый. Так, стреляет энергетическим лучом на большое расстояние. Это пушка новая открылась, получается. О, вообще крутяк, ребята. Так, все, берем эту тачку. По-любому, сейчас испытаем ее. Ну что, ребятки, давай погнали тогда играть. Так, вот мы появились. И смотрите, я здесь управляю. Взял вот какую-то пушечку. И сейчас вот главное... Ох ты, она как дрифтует. Так, главное нам, ребята, как можно больше собрать корон. Здесь, кстати, играют все онлайн-игроки. Мы сейчас играем онлайн. Такие же, как и я, игроки играют. Так, ребята. Пушка у меня есть. Давай кого-нибудь стрельнем. Так, бочку нельзя врезаться. А то взорвется. Ну где тут кто? Вот, смотри, стоят, им показаны. Игроки другие. Гай, давай, валим. Да! Что это? Вот это взорвало. Это я взорвал, что ли? Так, у меня 8 корон уже есть. Едем. Это вот тачка, она медленная, но она как бы хорошо управлять ей. Ну, из-за того, что она медленная тоже, кстати. Так, что-то я выстрелил. Я могу по воде же, точно. Я же на воздушной подушке. Это вообще круто, ребята. По воде это вообще класс. Так, заезжаем. Мы вообще везде можем проезжать. Вот эту я тачку выиграл. Круто, ребята. Так, что я взял? Ну, выезжай. Давай, тачечка моя. А что за восклицательный знак такой? Так, у меня какая-то... Я не могу понять, что я за оружие сейчас взял. Эй, подожди, так это защита или что это? Давай врежемся в кого-нибудь. Что это такое? У меня защита какая-то, может щит? Или что? Давай, это щит, ребята, это был щит. Я так понял. У меня 9 корон. Сейчас за мной начнут охотиться еще, нет? Пока не охотятся. Так, наша крутая тачка на воздушной подушке. Так, вон где они там воюют. Кстати, мне нужно кому-нибудь взять оружие. Ну, появляйся что-нибудь же. Где? Вот, ребята, есть, сейчас возьмем что-нибудь. Так, что это такое? А, вот это вот пила такая, крутая, тоже. Давайте сейчас кого-нибудь раскромсаем. Эй, ты, я жираф этого, не жирафа. Ох ты, взорвали, ребята. Я верблюда покромсал, сколько у меня корон было? 9 вроде бы, да? Так, плюс 4 что-то тут. Все, так, хорошо, ребята. Так, давайте-ка еще разочек. И у нас еще есть тут 3 миссии, можно выполнить, за них тоже что-то там дается. Так, сейчас прокатимся, посмотрим потом. У меня есть какое-то оружие, получается, у меня, или что сейчас? Ох ты! О, ускорение какое-то было, да?
Так, так, ладно, ладно. Почкой нельзя обрезаться. Вот, сейчас возьмем какое-нибудь оружие. Корона, корона, берем корону. Так, какие-то тут летают чайки. Еще одна корона. По воде можем, вообще крутяк. Ребят, смотрите, мы заплыли. О, акулы там плавают. Так, выплыли. Так, кто-то тут едет рядышком. Кого тут стрельнуть бы? Корона, корона, давай, давай. Давай, давай, забираем. Нет, ах ты. Идите сюда, я выпустил ракету. Смотри, самонадящая ракета полетела. За кем-то там. Взорвалась, надеюсь, кого-нибудь взорвали мы там. Так. Ну-ка, ну-ка. Давай, давай, давай. Так, корона, вижу корону. Взяли? Не взяли. Ну, теперь взяли. Эй, ты чё мне врезаешься? За мной ракета самонаводящая летит. Щит ставим. Есть. Фух, успели мы щит. Повезло, что щит. Так, погнали, погнали. Берем еще тут что-нибудь. Давай, давай, пятака такого крутим, крутим. Сейчас щит пропадет, и мне появится это оружие. Так, что это за пушка? Это огнемет, ребят, это огнемет у меня сейчас. Давай кого-нибудь подсмалим. Ну, о, давай вот этого. На! Давай вот это, смотри, что за машины у них. Смотри, какой-то дракон. Я тут смолю всех. Вот это кто-то выстрелил. Что это за был за лазерный такой выстрел? Вот это, да, ребята, рекорд какой-то тут, что ли. Осталось 44 монетки. Так. Смотрите, теперь какой-то космос. Так, эй, похоже, вы можете пополнить свою коллекцию. Моете? Можете? Новой машиной. Давай посмотрим. Так, а это экран, игровой автомат, где вы можете... Да я знаю. Это тоже я все знаю. Окей. А, бесплатно, ребят, редкий автомат можно сыграть бесплатно. Давайте-ка сыграем. Ну, что мне тут интересно выпадет? Что ты... А, вот, вытянуло, да? Давай посмотрим, что за шарик здесь у нас. Что за тачка будет? Это не тачка, это разблокированная, стандартная... Что там, я не успел почитать. Что-то разблокированное. А, здесь и тачка, и еще что-то. О, смотри, какой-то корабль! Редкий! Ничего себе, лодка Фортун! Вот это прикольно. Тоже, наверное, по воде плавать будет. Так, отлично, используйте экран игрового автомата в любой момент, чтобы выиграть другие тачки. Хорошо, не забудьте, вы можете нанести любую имеющуюся краску, открыв экран. Все, я понял. Так, ну что, мы взяли сейчас ту лодку. Так, ребята, автомат нам не нужен. Покрасить, давай посмотрим, как тут можно красить. О, тоже деньжата нужно, чтобы покрасить. А вот этот цвет, ну-ка посмотрим. Выбрали мы, и что, мы покрасили? Не знаю, наверное, покрасили. Ладно, ребят, давай, сейчас испытаем наш... Смотри, он летает, этот корабль летает, он в воздухе летает. Вообще. Так, за мной самонаводящаяся ракета летит. А, нет, бабах, все. Она с одного, получается, раза меня вынесла. Ладно. Так, осталось 43 монетки. Так, давайте посмотрим, что тут за задание вообще у меня есть. Вот, ребят, смотрите, здесь вот справа есть такой прицельчик и вот три... Так, сегодняшняя миссия. Нужно собрать две аптечки за одну игру. Потом проехать 510 метров, не получив повреждений от улучшений. И уничтожить 13 машин, используя дрифтер. Используя дрифтер, уничтожить... Дрифтер? А что дрифтер именно? Ладно, мы пока на корабле покатаемся. Так, ну что, ребята, в бой давайте опять. Давай, короны. Нужно собрать, сколько там сегодня? 9 я собрал или 8 максимально пока что? О, хорошо, что этот корабль крутится на месте на одном очень. Хорошо, так, корона, корона, корона. У меня что, ускорение взял? О, вообще на одном месте разворачивается, это вообще круто. Так, плывем мы куда-то. Бочка, бочка, нет. Смотри, мы вон над камнями летаем. Давай, ускоримся, воу. Что-то не быстро, не слишком он быстро ускоряет как-то. Я взял пушечку, и она смотрит куда-то в сторону. Давай кого-нибудь сейчас подстрелим и заберем короны. Давай, давай, стреляем, стреляем, стреляем. Так, короны, короны. Бочка возле короны. Ох, есть, хорошо, я так проехал. Смотри, полицейского этого, давай взорвем его. Короны, быстрее, мои, 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 давай, давай. Сколько? 10 собрал. Ух ты, у меня врезался кто-то. Смотри, какие у них тачки вообще крутые. Но у меня тоже крутые, корабль вообще такой. Ну-ка. Давай-ка, короны еще наверху я вижу. Давай, забрали. 11 штук уже собрал, круто. Смотри, там еще у кого-то... У кого-то вон еще тоже 11 ножами ездит. Так, что-то мы взяли. Тут полицейские какие-то ездят. Ох ты, мясорубка! Да ну, я так понял, что этот корабль у меня очень слабый. Ну, а где это посмотреть, интересно? Я так понимаю, что он просто его вообще с одного выстрела, можно сказать... Разбивает. Так, добавить монет ничего не нужно мне. Вот, смотрите, ребят, какие-то рекорд часа есть. Ничего себе, вон по 130 кто-то корон собирал, ладно. Так, давайте посмотрим. Получается,
А как узнать, какая тут прочность этой машины? Что тут вообще? Или здесь нет таких прочностей никаких? Где мой дрифтер редкий? А где мой легендарный... А, эпический. Давай возьму эту подушку лучше. На ней пока погоняем. Погнали. Так, погнали, погнали. То мы взяли замораживающая пушка. Давай кого-нибудь заморозим. А тут никого не было особо, да? Да, они еще где-то далеко. Смотри, он катается, хот-дог катается. Ребята, вы видели там хот-дог? А что я взял сейчас? Ускорение? Ускорение неинтересно. У этого хот-дога 13 корон. Нужно его как-то догнать и замочить. Ребята, ну воздушная подушка, конечно, медленная очень. Ну-ка. Где ты там, хот-дог? Давай, еще корона вот здесь. Потихонечку собираю. Смотри, давай, ускорение. Давай, вот как мы ускорились. Да, только непонятно, зачем мы так ускорились. Сколько у меня? 10 корон уже. Круто. Так, взяли, что мы взяли? Телепорт взяли. Не знаю, для чего мне этот телепорт. Корона, вижу корону, давай, давай, разворачиваемся, берем ее. Эй, чуваки, быстрее телепорт! Фух, да, далеко я телепортировался, конечно. Тут пару метров. Ну ладно, так, ребятки, едем. Давай, у меня 11 корон. О, взорвался! Где аптечку какую взять? А где аптечки, кстати, брать? Ну-ка, ну-ка, сейчас меня кто-нибудь хочет, захочет замочить. Я поехал в воду лучше. Все, я буду здесь спокойненько кататься, меня никто здесь не достанет. Надеюсь. Ой, я утонул! Подожди, я думал, он плавает все время по воде. Он еще и тонуть может. 11, новый рекорд у меня, ребят. Так, хорошо, что такое осталось 31? Я не знаю. А, 31, и мы можем потом играть, я так понимаю, в автомат. Хорошо. Так, ребята, давай. Ну, опять на воздушной подушке поеду. Погнали. Нужно какой-нибудь сегодня, ну, хотя бы корон 15 насобирать, что ли. Для начала бы. Смотри, какая-то у меня пушка крутая. Давай, давай, едем. Может, еще какое-нибудь задание хоть выполнить. Хотя вряд ли мне тут дадут задание выполнить. Ну-ка. О, тише, тише, уходим, уходим, это мясорубки. Сколько, у меня только одна корона еще, да? На! Давай, на тебе! Ух ты, круто, мы взорвали его! Давай быстрее собираем короны! Это мои короны, это я взорвал его! Давай, давай, берем, берем! Есть, 6 штук собрал хотя бы. Ну, тоже нормально. Так, корабли тут вообще крутые какие-то корабли. Вообще у них тачки крутые здесь. Ну-ка. У меня тоже крутая воздушная подушка. Не редкая, а эпическая вроде бы как, да? Так. Что у меня здесь? Опять пушка есть? Давай разворачиваемся. И с кем-нибудь там взорвем этой пушкой. Ну-ка, ну-ка. Где бы корона еще кого-нибудь взорвать? Где там они все ездят? Стрелки он там показывает? Так. Вот здесь кто-то есть. 8 корон, 8 корон. Смотрите, он тот почти добитый. Ну-ка, ну-ка, я сейчас за ним поеду и выстрелю. Что это было такое? Я не понял, ребят, что произошло? Я почти успел выстрелить, и кто-то меня тут пристрелил быстрее. Так. Бой, пошли опять. Нечего тут ждать. Погнали, короны, короны. Так, пушку не взяли никакую, сейчас, подожди. Смотри, один с корон кого-то там. Давай, давай, подожди. Взяли что-то. Что взяли? Ускоритель. А, что мне этот ускоритель? Где короны? О, короны, короны. Короны собираем. Бочку взорвались. Немножечко. Оу. А, это мина была здесь еще. Вот это да. Опасно здесь ездить, ребята. Очень опасно. Так, что мне тут предлагают? Специальное предложение. 100 камней. Нет, пока не будем покупать. Ну, посмотрим потом. Если будет интересно, то купим. Пока испытываем вот эту вот игру. Так что, ребята, вы обязательно пишите в комментариях, нравится вообще эта игра вам или нет. Мне так вроде прикольненько так покататься можно. Так, взял какую-то пушку. Корона упала, спасибо. Сколько у меня тут? 5 корон пока что. Но это мало, ребятки, очень мало. Хотя бы 15 бы собрать, и то это тоже мало. Давай, стреляем! Да что? Чего я так быстро взрываюсь? Я не понял. Что за такая ерунда, ребята? Почему я так быстро взрываюсь? У меня тачка такая слабая, или из-за чего это? Так. Давай попробую другую возьму тачку, возьму дрифтер. Где мой дрифтер? Вот он. Давай-ка его возьмем, сейчас попробуем. Может, он покрепче будет? Так, корона. Смотри, дракон какой-то вообще едет. Дракон. Вы видели, ребята? Где он там? Куда он поехал? Вот, дракон едет. Эй, подожди, дрифтер, давай, давай. Что ты? Что ты?
В автобус полетел какой-то. Смотри, трамплинчик есть. Давай-ка залетим. Ах, не промазал. Где они там все воюют? Я к ним еду, я хочу к ним. Что мой дрифтер чуть ездит тоже. Надо брать гоночную машину, чтобы быстро. Смотри, автобус. У него, наверное, вообще здоровья много. Ты, ребята, корон сколько? Он меня выстрелил. Но я все равно забрал немного корон. Но дрифтер хорошо поворачивает. На нем хорошо. Он дрифтует так. Ничего себе, бочка с неба упала прямо на меня. Так нечестно. Мне осталось 20 монет, чтобы поиграть в автомат. Так, ну что, на дрифтере поедем, ребят? Погнали, ладно. В пустыне мы сейчас берем сразу какую-нибудь пушечку. Давай, давай, давай. Камни, камни. Давайте, мне нужно взять вот эту вот штуку. Есть, корону взял. Еще одна корона. Так. И у меня какая-то пушка. Кого сейчас бахнем? Ну-ка, ну-ка, подожди, кто там едет? 28 корон у кого-то. Нужно его найти. Нужно его срочно найти. Смотри, давай, все за ним едут. Все за ним едут. Давай, я тоже еду. Правда, как-то медленно еду. Где он? Где? О, короны, 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 собираем, что такое? Смотри, какой-то мне башмак вообще свалил в этот, сбросил в воду. Башмак, ребята. Огнемет. Бабах. Все, готов. Какие-то у них крутые тачки. Ладно, ребят, возьмем сейчас свою лодку еще поплаваем. Корабль. Так, хотите оценить игру попозже? О, я нажал играть. Ну ладно, опять на дрифтере покатаемся. Потом возьму еще кораблик. Так, так вот. Опачки. Погнали. Короны, короны. Одна корона, давай, дрифтер. Смотри, ребята, я пятаки кручу вокруг этой короны и так и не взял его. Ладно, выстрелим самонаводяшечку в кого-нибудь. Кого она полетела? Взорвет там кого-нибудь, интересно? Нет, смотри, какая тачка прикольная. Мороженое всякие возят, эта тачка, что ли. Ну-ка, может, он взорвется? 13 у него корон. Ну-ка. Давай, взорвись. Нет, смотри, он взял пушку. Хорошо, у меня не попал. На тебе. Ему чуть-чуть осталось. Я должен его добить. Я должен добить его. Где он? Давай корону возьмем. Вон, смотри, они там. 8, 9, 13 корон. Вон, вон, там он. Вот он. Давай, добиваем его быстрее. Это корабль какой-то. Ух ты, его еще добить. О, короны, короны. И что, подожди, он меня сейчас добьет. У меня 5 корон. 14 корон у кого-то есть. Это все тот корабль. Мне надо взять какое-нибудь оружие. Смотри, вот еще здесь корона. Так. Я на своем дрифтере. Тут у меня, правда, очень мало здоровья. Корона. Два пятака, разворот и погнали за этой короной. Взяли. Так, где бы аптечку взять? Как аптечка выглядит, ребята? Как выглядит аптечка? Кстати, я скоро, может быть, задание выполню одно. Смотрите, осталось тут чуть-чуть мне проехать. Давай возьмем там вон пушку какую-то. Корона еще падает. Круто. Еще корона. Мне чуть-чуть осталось, я выполню задание, ребята. 480 метров. Нет, не врезайтесь в меня только. Давай же, давай, стреляем в него. Стреляем. 9 корон у меня. Все, я выполнил какую-то миссию, выполнил, ребятки. Ура, так. За мной, меня преследует эта машина сзади. Быстрее, едь, дрифтер, едь ты быстрее. Ах ты, давай, разворот. Фух, я его обманул. Я его обманул. Едь, едь, едь. Ребята, за мной. За мной едет эта тачка какая-то с мороженым. Она везет мороженое и она хочет бабах сделать. Все, ребята, она меня взорвала. Один с корон у меня было здесь. Да, прикольная игра все-таки. Вот, я проехал 510 метров, не получив повреждений от улучшений. Каких улучшений? Ладно, 15 мне дали монеток за это. И мы можем поиграть. Мы попробуем выиграть что-нибудь сейчас. Так, простой наш автомат игровой. И сейчас что-нибудь нам, надеюсь, выпадет. Так, что у нас тут? Тачка синенький цвет, значит, простая, наверное. Так, нажимаем. Обычная формула. Формула 1, ребятки. Ну что, давай на формуле прокатимся. Так, такая формула прикольная. Ну что, погнали на формуле. Ух ты, так она быстрая. Так, она быстренькая какая, шустрая эта формула. Бог, взорвались немножко. Так, что за слизь тут разлита? Что ты сказал? Выстрелили. Есть, ребят, смотри, короны. Взорвали тут чувака одного. Так, мне нужно где-то аптечку взять. Как взять аптечку? Как она вообще выглядит, эта аптечка? Деревья ломаем тут. Здесь тупик. Ну-ка, ну-ка. Ух, бочка, бочка, чуть не врезалась, а. О, 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 тише, 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 за мной этот едет, Шредер.
Эй, не надо меня трогать! Корон, сколько вы видели было! Чего он за мной автобус поехал? На формуле тоже интересно кататься, но быстро ездит так. Погнали еще. Еще на формуле прокачусь. 17, смотри, у него 17 корон. Так, давай возьму тут пока бесплатно корон одну. Смотри, какие-то вообще там танки непонятно ездят. Оружие у них крутое тоже. Взрываются бомбы всякие. О, тише, это моя была корона. Тише, подожди, формула, давай, поворачивай. Вот, смотри, лазер такой, он с одного удара сразу бьет. Подожди, а что я взял? Я тоже такой лазер взял. Да, это был лазер тоже такой. Смотри, это танк ездит или что? У меня 5 корон есть. Костер тут горит. Бочечки, не надо нам бочки. Вот здесь пушку сейчас возьмем. Так, что это, взяли мы телепорт? Телепорт мне не интересно. О, смотри, телепортировался, как круто. Только я не знаю толку от него. Взял пушку. Пушечку. Так, что мы теперь делаем? Куда-то заехал. Эй, где короны? Давай, поворачивай. А, у меня же есть оружие. Итак, в бочку, ладно, не врезаться. Ну-ка, здесь что-то будет сейчас. Смотри, иди отсюда, я тебя не хочу просто... Вот, нужно взорвать кого-нибудь. Смотри, танк 26, валим их. Давай, что за выстрел был, один шарик только. Так, подожди. Вау, тут вообще бешеные гонки у них. Ну-ка. Так, что я взял? Ускорение. Ах ты, это ускорение. Что мне с ним делать, с этим ускорением? Так, я выехал наверх. Смотри, там у кого-то есть 28 корон. 28 корон. Давай, ускоряемся. Так, давай, за ним. Вау, смотри, как я боком полетел. Вот, 30 корон, 31 корону. Это танк какой-то вообще. Как его победить? Его чуть-чуть сейчас... Оу, я в яму упал, ребята. Все, я в пропасть упал. 7 корон собрал здесь. Так. Ну что, ребят, давай еще один раз. Еще разочек поиграем. Так. Смотри, 24 короны у кого-то. Он тоже корабль такой. Какой-то он... Эй, самонаводяшка за мной. Самонаводяшечка. Где она взорвалась? Так, автобусы тут. Танки, автобусы. Кого-то здесь только нет. Корабли. Так, у меня одна корона. А где-то чувак, у которого было там 20 с чем-то корон. Давай, я взорвал этот автобус. Быстрее. Давай. О, я в воду упал. Ух, мне очень мало хп осталось. Бах, да, ну, дракон этот еще врезался. Огненный какой-то дракон. 2 короны, или 4 только получилось. Так, ну все, ребятки. Вот такая вот у нас прикольненькая игра. Покатались мы сегодня, тоже интересно. Если вам, ребят, понравилась эта игра, то обязательно пишите в комментариях. И не забудьте, естественно, поставить лайк. На сегодня это все, ребятки. Вы были на канале Cool Games. Всем удачи и пока-пока.